Дорогие друзья, вот. Давайте поаплодируем. Вот это главный тренер Сергей Юновский. Главный тренер. Ну и, насколько я себя представляю, Владимир Николаевич, что понимаете? Владимир Николаевич, прошу. Всегда на контроле. Проверял. Все проверял. Прошу. Да, давайте несколько слов. Прошу. Да. Значит, ребят, очень приятно видеть столько симпатичных, улыбающихся лиц. Очень много знакомых, так что я вас тоже поздравляю с началом соревнования. Хочу сказать, что на этом турнире мы возрождаем нашу традицию, что параллельно шахматным турнирам у нас будут идти самые разнообразные спортивные соревнования. Так что, пожалуйста, следите за объявлениями. Вот. Ну, соревнований у нас должно быть много, но, к сожалению, здесь все площадки только открытые, поэтому программа будет корректироваться в зависимости от погоды. Если погода будет хорошей, как пока прогнозы обещают, то мы проведем и футбольное первенство, и волейбольное, и веселые старты. Так что соревнований будет много. Но если будет дождик, тогда, к сожалению, придется сократить. Так что мы вас ждем обязательно. Нам надо, чтобы у вас в здоровом теле был здоровый дух. И после шахматных партий, чтобы вы занимались спортивными соревнованиями. Так что всем удачи, ждем вас. Слово главному судье. Уважаемые участники, очень рад вас всех видеть здесь. Ну, как вы знаете, судьи молчат. Чуть поближе. Да, судьи молчат, а вы работаете. Других детей у нас в России нету. Вам предстоит в ближайшие 5-10 лет отстаивать честь Российской шахматной федерации. О деталях технических мы поговорим после открытия с руководителем делегации. У нас техническое совещание запланировано на 21:45. А сейчас я предлагаю приступить к официальной церемонии открытия. Ну что ж, дорогие друзья, если можно, да, спасибо. Чуть-чуть отойдите, пожалуйста, сюда. Спасибо. Дорогие друзья, для торжественной церемонии поднятия флага Российской Федерации приглашаются чемпионка Европы 2013 года Полина Шувалова и вице-чемпион Европы 2013 года Андрей Исипенко. Давайте я поприветствую. Прошу вас. Не поднятие флага, прошу всем встать.